О, мой бог, ты выглядишь уже хорошо. Хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все? Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пойти. Готово. Открыто. Давай найдем. Началось включение питания. Ого. Большинство испытуемых через несколько месяцев консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Удачи! Включение питания завершено. Это ты? Давно не виделись. Как дела? Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Погоди. Продолжим испытание. Погоди. Продолжим испытание. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Прекрасно. Опять неработающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. Я проводила исследование и обнаружила новый интересный компонент для испытаний. Раньше он никогда не использовался, так как контакт с ним вызывает отказ сердца. Но литература ничего не говорит про каменное сердце, так что тебе не о чем волноваться.
Я проводила исследования и обнаружила новый интересный компонент для испытаний. Раньше он никогда не использовался, так как контакт с ним вызывает отказ сердца. Но литература ничего не говорит про каменное сердце, так что тебе не о чем волноваться. Я проводила исследования и обнаружила новый интересный компонент для испытаний. Раньше он никогда не использовался, так как контакт с ним вызывает отказ сердца. Но литература ничего не говорит про каменное сердце, так что тебе не о чем волноваться.